Ребята, всем привет! Сегодня мы отправляемся в Фикс Прайс и будем покупать подарки друг для друга. Я для Миланы, а Милашка для меня. У нас еще шарики висят. С днем рождения! Ребята, не забывайте подписываться на наш канал. И поддерживать нас лайками. А мы отправляемся в Фикс Прайс закупаться. Там очень много всего интересненького появилось и новенького. Смотрите, какие здесь хлопушки. Ух ты. Небо хлопушки, здесь липецкий роз вылетает. Есть такой цвет еще? Какой цвет лучше? Смотрите. Никакой. Я не знаю, смотри сама, что ты хочешь. А вот еще смотрите мыло. Что есть? Мыло. Блин, сколько здесь всего классного, смотрите. Ух ты, розочки. Это мыльные розочки, да. Фиолет этот красивый, да? Угу. А вот смотри, еще фоторамка есть прикольная. Еще блестяшки. Есть кошельки, смотри, какие прикольные. Блин, я не знаю, какую взять. Нужна есть шкатулка, смотри. А что это за шкатулка? Открой, посмотрим. Есть еще розовенькая. Ух ты! А я ее открыть не могу. Она просто, скорее всего, открывается, как банка. А-а-а. Гирлянда, смотри, какая. Вау, какой пакет, смотри, с губками. Ой, такой пакетик прикольный. Ой, тут они разные, с сердечками. Смотри, какой красивый. Сейчас смотрю, какие еще пакеты есть. Потому что они вообще реально классные. Смотри, какой красивый кошелек. Вот такой, смотрите, кошелечек. Угу. Просто гигантская. Ух ты. И бумага упаковочная, смотри. Угу. Как раз то, что мне нужно было для букетов, но когда я выбирала, у меня не было. А есть еще вот такая. Но мне сердечко больше нравится. Слушайте, вообще мне много тоже. Всего интересного. Да! Что, да, Мила? Смотрите, ой, какая красота. Да, Милан, фоторамка такая. А еще есть такой фотоальбом. Фотоальбом? Ой, это просто альбом. Это просто альбом? Да. Прям как у нас. Такая вот эта другая штучка. Угу. А здесь еще есть зайцы. Смотрите. А ты видела вот это? Кружка сердца. Ух ты, прикольно. Это, наверное, в кружках надо смотреть. Вот а, вот она, она. Вот видишь, она. Наливаешь? Что она такая маленькая. Там есть сердце. Ну, там вот, типа, конечно, наливаешь. Так, если смотреть, вот видно. Видишь? Покажи. Выдавлено сердце. Да. Покажи, посмотри. Вот. Да. Ух ты! Париж! Класс! Лика выбирает трубочки для Миланы. Здесь есть, смотрите, клубника, сливки, фруктовый микс, шоколад, сливки, банан. Лика, там вот еще есть тоже. А вот ягодный. Микс. Давай ягодный возьмем. Или фруктовый, такие желтенькие, фруктовый микс. Нет, ягодный. Ягодный, ну бери ягодный. Тогда. Смотри, еще фиолетовый есть. Угу. Так, все это ставим, да, тогда да. На место. Ну что, девчонки, показывайте свои покупочки. Хорошо. На самом деле, ребята, очень много новинок. Ой, я видела, да, такие. Слушайте, здесь один шар, он просто гигантский, 70 сантиметров. Представляете, вот такой вот шар? Чего себе. Итак, в этом наборе сколько шариков? Здесь, а вот он, сколько? Да? Здесь 9 шариков, да, вот этот вот на большом самом написано «Я тебя люблю». На самом деле они там разных цветов есть, да? Я хочу большой самый достать, посмотреть. Он такой самый яркий. Вот так вот, смотрите, шар. Но сейчас мы их надувать не будем, мы их надуем 14-го. Не, ну мы их надуем, наверное, 10 февраля. Ну, может, пораньше. Ну, вообще не знаю. Когда-нибудь надуем. Угу. Ближе к празднику. Да. Так, девчонки. Спасибо большое. А теперь я тебе дарю. Ну, я тебе нужные вещи дарю. Вот, это пасту. Тоже к 14 февраля? Да. Это зубная паста, Милан. Баблгам. Баблгам. У меня как раз паста закончилась. Ну, вот видишь, я знала. Пасти закончилась. В общем, Лика совмещает и полезное. И что-то и интересное. Ну, Лидочка, я тебе. Да. Я тебе дарю вот такое сердечко. С крылышками. Посмотрите, какое мимишное. Посмотрите, какая красота. Там еще есть в розовом цвете. Мне очень щечки нравится трогать. Они такие мягкие.
А я видела, знаете, другие сердечки. Какие? Без крылышек. Там были без крылышек, но там были со стрелой, да. Да. Проколота, да. Амичного с крылышками. Я еще думала, какую, но я бы все-таки выбрала такую. Она очень мягенькая, она красивая, эта подушка. Такая красота. Это не подушка, можно сказать, игрушка. О! Класс, пусть здесь стоит. Максик пришел, увидел подарок. Так, ну я дальше подарок. Иду. Вот такие вот, смотри, трубочки для молока. Я знаю, ты их любишь. Эу! Милана? Трубочки. О! Я обожаю эти здесь трубочки. Малина, дыня, клубника и еще что. Вот такие вот трубочки. Милаш, будешь пить молочко с трубочками? Да, лик. Что? Ого-го! Это просто гигантская. Милаша, я тоже ее смотрела. Да, кстати, Милан, представляешь, Лике тоже она очень нравилась, и она думала ее вначале взять. Да. Потом она решила другое кое-что тебе взять. Класс, Милан. На самом деле, очень красивая фоторама. Посмотрите, здесь можно 6 фотографий вставить в фотораму. И вот это сердце объемное. Посмотрите, как это красиво. Оно вообще гигантское, такое сердце. Куда повесим? Я даже еще не знаю, да. Так, спасибо большое. Очень хорошие подарки у вас, девчонки. Сердечко тебе. Как мимишно, давай посмотрим, покажем тоже ребятам. Это декорация для цветочных композиций. Или можно, не обязательно для цветочных, можно просто какие-то интересные декорации сделать. Да, да. Ух ты, они там, смотрите. Вот, например, с помощью вот этих вот сердечек, это еще один подарок Милашке. Милана. Ты. Вот такие вот кристаллики. Здесь 100 штук, Милан, 100 сердечек. Мне кажется, здесь не 100. Ну, не может такого быть. Вот написано 100 штук. Какие там еще цветалика были? Там были еще голубые, красные, ярко такие, прям малиново-розовые. И розовые. Нет, все. А, желтые. Нет, желтых не было. Ну, все. И вот с фиолетовые. Не было фиолетовых. Не было фиолетовых. Это свечи ты думала купить. Там были свечи. Да, там еще были, знаете, такие свечи или сердечек. Да. Там розовые, голубые, фиолетовые. И смотрите, можно вазочку, допустим, вот эти вот сердечки, да, и вот эту декорацию. Ну, открывай, Милана. Здесь, смотри, тоже сердечки, кстати. Да, я же говорю, будет очень красиво смотреться. Помочь? Девчонки, ну, у вас такие у вас сегодня покупочки, мне кажется, к 14 февраля все. Ну, конечно, все. Там новиночек много. Ну, Милана, еще. О, тоже розовенькие. Мед с малиной. Это наш любимый мед. Только аккуратно. Да, там их столько много. Покажи, Милана. Давайте посчитаем. Нет, давай не будем считать. Мы доверяем. Смотрите, какие красивые сердечки. Вообще красота, да? Что это у тебя за коробочка, Милан? Это бриллиантики у меня. Что за бриллиантики? Бриллиантики всякие. Коллекция бриллиантов? Я только создала эту коробочку. Так, ну что могу сказать? У меня все. А у меня не все. Лика, тебе доширак, да? Или что это? Бигланч? Со вкусом говядины и овощи. Овощи по-корейски. Ребята, я что? Придумала. Острый, Мила, острый. Милана, это острый. Кто острый взяла? Вилка внутри. Пишите в комментариях, чьи покупки сегодня круче, кто сегодня побеждает, Лика или Милана. Не забывайте, мне кажется, ставить лайки. Да, ставьте лайки, подписывайтесь, кто еще не подписан. И всем пока-пока. Нет, пока-пока. Нет. Вот такой кристаллик есть. Двойной. Есть такой цвет, серебристый, ага. И вот такой. Вообще красота. Всем пока-пока. Всем пока-пока.